Главная христианская книга Библия хранит в себе немало тайн. Одна из них – это строительство Иерусалима, описанное в ветхозаветных книгах Ездры и Неемии. В этих книгах сказано, что Иерусалим был захвачен войсками вавилонского царя Навуходоносора и полностью разрушен, а через 70 лет город был отстроен заново. Однако в Библии не сказано, что Иерусалим восстанавливался на прежнем месте, то есть там, где он стоял до разрушения вавилонскими войсками. Любопытен и другой факт. Известно, что у Библии было несколько редакций, и в разных редакциях описание строительства Иерусалима разнится. Например, в каноническом синодальном переводе Библии, изданном в XIX веке, в рассказе о строительстве Иерусалима употребляется слово «чинили», то есть «восстанавливали». Чинили стену, чинили ворота. Хотя в более ранней версии Библии, выпущенной в XVI веке, употребляются слова «создаша» и «созидаша», то есть «строили». Получается, что в книге Неемии более ранней версии Библии прямо и четко говорится о строительстве фактически нового Иерусалима, а не о восстановлении прежнего, разрушенного. Легкая подмена слова «строили» на слово «чинили» потребовалась поздним редакторам Библии, чтобы изобразить, будто Иерусалим строился на месте прежней столицы, то есть якобы на старом, а не на новом месте. Но тогда встает закономерный вопрос. Где именно был построен Иерусалим? Российские ученые Анатолий Фоменко и Глеб Носовский уже много лет работают над реконструкцией подлинной истории на основе новой хронологии. За это время они изучили сотни древних летописей и документов. Анализируя текст Библии с помощью своих авторских математико-статистических методов, ученые получили результат, который поразил их самих. Один из поразительных фактов, который был нами обнаружен при анализе Библии, это открытие того, что знаменитые книги Ветхого Завета, книги Неемии, содержатся, по-видимому, описание строительства Московского Кремля в XVI веке. Мы пришли к гипотезе, которая нас самих сначала ошеломила, о том, что в Библии описано строительство Московского Кремля. Эта идея возникла первоначально из соображений чисто хронологических. Согласно нашим исследованиям, получалось, что библейские описания строительства Иерусалима относятся на самом деле к XVI веку. А в это время, в средневековой истории, строительство крупного священного города, столицы империи, было только одно – это строительство Московского Кремля. Я хочу подчеркнуть, что, согласно нашим исследованиям, строительство Московского Кремля – это событие 16-го, а не 15-го века, как думают историки, то есть на 100 лет позже. Вот сравнение библейского и средневекового описаний показало, что действительно имеет смысл поставить вопрос о том, не описано ли в Библии строительство Московского Кремля. На первый взгляд, предположение Фоменко и Носовского, что в Библии может быть описано строительство Московского Кремля, звучит парадоксально. Ведь считается, что строительство Иерусалима, описанное в книге Неемии, происходило задолго до Рождества Христова, то есть более 2000 лет назад. Причем же здесь строительство Московского Кремля?
И почему ученые пришли к выводу, что строительство этой древней крепости происходило не в 15, а в 16 веке? Официальная история утверждает, что белокаменный Кремль Ивана Калиты заменил Кремль, построенный при царе Иване III. И происходило это в 15 веке. Но в середине 16 века, в самом начале царствования Ивана Грозного, страшный пожар уничтожил Кремль, поэтому Ивану Грозному пришлось его восстанавливать. Но авторы новой хронологии с этим абсолютно не согласны. Они убеждены, что Иван Грозный не восстанавливал московский Кремль, а строил его с нуля. Косвенно на это указывает история строительства крепостных стен Москвы. Принято считать, что строительство первого пояса стен, то есть стен Кремля, было закончено в начале 16 века. А возведение второго пояса крепостных стен, названного Китай-город, было завершено только к 1600 году. Этот факт заслуживает особого внимания, потому что для города нет ничего важнее, чем защитные укрепления, тем более для столицы государства. По общепринятой исторической версии получается, что в 15 веке и строители Москвы, и правители государства сразу не додумались, что стольному граду необходимо несколько рядов крепостных стен. Над страной проносились войны. Москву брал приступом крымский хан, а москвичи ждали 100 лет, чтобы в 1600 году наконец-то построить вторую крепостную стену. А третью стену Белый город вообще построили только в начале 17 века. Получается, чтобы укрепить оборону своего города в соответствии с военно-техническими решениями того времени, русским правителям потребовалось почти 200 лет. Хотя в Константинополе, например, был точно такой же тройной пояс стен, но строили его сразу. Логично предположить, что и в Москве строительство велось по тем же правилам. Не имея подобных укреплений, московский Кремль был бы легкой добычей для врага, а мы знаем, что в 16-17 веках он ни разу не был взят приступом. И еще один любопытный факт. Это книга австрийского дипломата Сигизмунда Герберштейна «Записки о Московии». Барон Герберштейн посещал Россию дважды – в 1517 году и в 1529. В этой книге он в мельчайших подробностях описал свое путешествие по Московии и даже приложил к своему рассказу подробный план московского Кремля. Но дело в том, что у этого плана практически нет ничего общего с видом настоящего Кремля. Любой, кто хоть однажды видел московский Кремль, поймет, что количество башен, ворот и соборов, нарисованных на плане, не совпадает с кремлевскими. Внешний вид тоже не имеет ничего общего с действительностью. Единственное сходство в том, что изображенный на плане город, так же, как и Москва, расположен у слияния двух рек. А ведь по принятой сегодня хронологии, ко времени путешествия Герберштейна строительство Кремля уже было завершено. Почему же австрийский дипломат изобразил не его, а какую-то другую крепость? К сожалению, у историков нет четкого ответа на этот вопрос. Сегодня принято считать, что это просто некий обобщенный план, а по версии авторов новой хронологии в этом нет ничего странного. Герберштейн просто не мог нарисовать правильный план московского Кремля, потому что во время его путешествия Кремля еще не было. В лучшем случае он только строился и своего окончательного вида еще не приобрел. Принято считать, что Библия была написана более 2000 лет назад. Тогда как же на ее странице могло попасть описание строительства московского Кремля, которое происходило в XVI веке?
Некоторые историки предполагают, что зодчие того времени просто взяли за образец описание древнего Иерусалима из библейской книги Неемии и построили Московскую крепость в точном соответствии с этим описанием. Но и эту версию авторы новой хронологии считают неубедительной. Дело в том, что возраст библейских текстов слишком преувеличен. Как мы обнаружили, Библия писалась и редактировалась вплоть до 16 и даже 17 века. Мы очень долго занимались хронологией создания Библии и пришли к выводу, что Библия – это в современном мире достаточно поздняя книга. Библия сегодня – это сборник определенных книг, и многие думают, что появился он довольно давно. Кто-то скажет тысячи лет назад, кто-то больше. Но в действительности состав библейского канона не такой древний. До XVI века книги Ветхого и Нового Завета существовали порознь, а единого канона и вовсе не существовало. В российских хранилищах находится около 500 славяно-русских библейских рукописей XI-XIII веков. Это Евангелие, Псалтыри, Апокалипсис и другие. Но нет ни одной Библии в современном понимании этого слова. Возможно, кого-то удивит тот факт, что в 15 веке в Новом Завете было больше книг, чем сегодня. А в Ветхом Завете, наоборот, часть книг еще отсутствовала. Они появились позже в каноническом сборнике. Другими словами, даже в XVI веке Ветхий Завет еще не был полным. Об этом, в частности, свидетельствует главная церковная книга того времени – «Кормчая», списки которой составлялись с особой тщательностью. Первая печатная Библия появилась на Руси только в 1581 году. Это известная Острожская Библия Ивана Федорова. Кстати, в предисловии к своему изданию русский первопечатник написал, что испытывал большие трудности в поиске разрозненных библейских книг. Итак, говоря о времени появления первой русской канонической Библии, с уверенностью можно назвать только XVI век. А у других православных народов каноническая Библия появилась еще позже. Например, у греков только через 300 лет после Библии Ивана Федорова. А это, между прочим, XIX век. Что касается Европы, то там библейский канон был признан католической церковью только на Тридентском соборе в 1545 году, то есть время появления канонической латинской Библии все тот же XVI век. У традиционной истории нет четкого и логичного объяснения столь позднего объединения разрозненных библейских текстов в общий канон. Так же, как и нет понятного объяснения, почему в XVI веке в Ветхом Завете все еще нет книг Паралипоменона, Юдифи, Маковеев, нет книг Ездры и нет книги Неемии. Таким образом, если в XVI веке в Ветхом Завете книги Неемии еще не было, то строители Московского Кремля не могли взять ее за образец. Напротив, если допустить, что в конце XVI века эта книга только появилась, то получается, что она создавалась в одно и то же время со строительством Кремля и могла быть хроникой тех событий. События знаменитые в библейской истории. Вокруг него очень много исследований, очень много эмоциональных следствий, которые важны для многих людей и сегодня. Поэтому гипотеза о том, что второй Иерусалимской Библии, скажем, 16 века, это факт не безобидный, это факт очень серьезный и очень много меняющий в нашем восприятии не только истории Москвы, но и истории Библии в целом. Это Ветхий Завет. А теперь мы повторим путешествие библейского Неемии и на конкретных примерах рассмотрим, как поразительно похожи Московский Кремль и Ветхозаветный Иерусалим. Для этого мы воспользуемся текстом книги Неемии, который взят не из одной Библии, а из трех разных годов издания. Дело в том, что библейские тексты не просто переписывались и переиздавались, но от издания к изданию
еще и тщательно редактировались. Поэтому сравнение разных текстов сделает наше исследование более точным. Это Острожская Библия. Издана она была в 1581 году первопечатником Иваном Федоровым по поручению князя Константина Острожского. Второй экземпляр – репринтное издание Елизаветинской Библии, которая вышла в свет по повелению царицы Елизаветы Петровны в 1751 году. И, наконец, самая доступная для современного читателя русская Библия, известная под названием «Синодальный перевод», появилась в 1876 году. Согласно книге Неемии, при строительстве крепостной стены Иерусалима было сделано 6 крепостных ворот. Их возведение описано в текстах примерно одной и той же словесной формулой. И построили такие-то ворота, и вставили двери в них. Известно, что в Московском Кремле крепостных ворот было построено ровно 6, столько же, сколько, согласно Библии, их было в Иерусалимской крепости. Сейчас некоторые ворота заделаны, но на многочисленных старых изображениях и планах Московского Кремля конца XVI-XVIII веков выделено именно 6 ворот. Это хорошо видно на первой точной карте Кремля, названной «Кремлинград». Первые ворота, которые упоминаются в Библии, это овечьи или стадные ворота. Эти ворота соответствуют Спасским воротам Московского Кремля. В некоторых местах Библии они названы также Иерусалимскими воротами. И Спасские ворота тоже назывались Иерусалимскими, потому что они выходили к Иерусалиму, то есть к собору Василия Блаженного. Собор Василия Блаженного раньше назывался Иерусалимом. Это отмечено на некоторых средневековых гравюрах. В частности, одна из таких гравюр выставлена в музей Нового Иерусалима под Москвой, на Истре. Именно через эти ворота в вербное воскресенье патриарх совершал символичное шествие на осляти в Московский Иерусалим, величественный Покровский собор. Это был ритуальный проезд на осле, символизирующий въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Еще эти ворота называли Фроловскими. Возможно, что недалеко от Спасских ворот когда-то стояла церковь святого Фрола. А известно, что святые Фрол и Лавр считаются покровителями лошадиного стада и рогатого скота, поэтому в их честь ставились храмы вблизи того или другого скопления животины. А на старых планах Кремля торговые ряды напротив Спасских ворот, рядом с Покровским собором, обозначены как лавки, где продаются шкуры разного рода зверей. А набережная Москвы-реки в этом месте, напротив Кремля, до сих пор называется Овчинниковской. Так что Спасские ворота вполне могли называться и Овечьими, и Иерусалимскими. После овечьих ворот Библия говорит о рыбных воротах. Им вполне соответствуют ворота в Константино-Еленинской башне. Свое название эта башня получила от церкви святых равноапостольных Константина и Елены, располагавшейся неподалеку, в Тайницком саду Кремля. До 1917 года эта церковь была обыкновенным приходским московским храмом. В 1928 году ее разрушили большевики. Изначально башня была проездная, то есть с воротами, ведущими в Кремль. В XVIII веке проезд в Константино-Еленинской башне уничтожили, а ворота заделали, но они хорошо видны на старом плане Кремля того времени. Напротив Константино-Еленинских ворот Московского Кремля раньше стояли торговые ряды, где торговали рыбой. До сих пор там расположен рыбный переулок. Это были рыбные места, с полным правом ворота можно было назвать рыбными. С
Следующие ворота названы в Библии старыми. Им соответствуют Никольские ворота. Двигаясь вдоль стен Московского Кремля от Спасских ворот по Красной площади направо, подходим к этим воротам. Николаевские или Никольские кремлевские ворота получили свое название от Никольского греческого монастыря. Он был расположен неподалеку, на Никольской улице. Эта улица издавна славилась учебными заведениями, книжными лавками и печатным двором. Рядом с монастырскими строениями расположено здание, в котором сегодня находится историко-архивный институт, а в XVI веке в этом доме был московский печатный двор и синодальная типография. Именно здесь Иван Федоров напечатал первую русскую книгу. Но у Никольского монастыря было и другое название – Никола Старый. Таким образом, полное название Никольских ворот могло звучать как Старо-Никольские ворота. И это название, как и название других кремлевских ворот, вполне совпадает с библейскими. Далее следуют ворота, которые в Острожской Библии названы грязными, а в Елизаветинской – гнойными. В Московском Кремле их описанию поразительно соответствуют Троицкие ворота. Троицкую и Кутафью башни соединяет Троицкий мост. Он был построен через реку Неглинку и соединял Кремль с правым берегом реки, который называли Занеглименье. В 15-17 веках Неглинка была мутная и грязная. Ее берега были очень неблагообразны и всегда завалены нечистотами, которые сюда свозили из всех окрестных жилищ. Но чем не грязные ворота? Пойдем дальше. Боровицкие ворота. В Библии им соответствуют Дольные ворота или Ворота долины. Боровицкая башня расположена на юго-западном склоне Боровицкого холма. Первоначально башня представляла собой мощный четверик, покрытый деревянным шатром. Судя по заложенной арке, в XVI веке ворота открывали путь не на гору, а только на подол Кремля. Подолом издавна называлась низменная набережная часть кремлевской местности. Отводная стрельница, расположенная сбоку от башни, была пристроена позже, в конце 17 века. Поэтому ворота, выходящие на подол, изначально могли называться дольными или воротами долины. После упоминания о воротах долины в Библии есть совершенно уникальные данные. Звучат они так: «И чинили они 1000 локтей стены до врат грязных». И это единственное расстояние, который упоминает современная Библия, рассказывая о строительстве Иерусалима. Библейский автор называет меру длины локоть. Эта мера применялась у многих народов, но эталона этой длины никогда не было. Она соответствовала расстоянию от локтевого сустава до конца вытянутого среднего пальца. Чтобы определить протяженность стены между воротами долины и навозными воротами, попробуем применить самую распространенную в древности меру длины – сирийский локоть. А затем сравним полученную цифру с расстоянием между Троицкой и Боровицкой башнями Кремля. Вот берем энциклопедию и смотрим, что такое сирийский локоть. Видим, что сирийский локоть равен 37 сантиметрам. Умножаем на расстояние, указанное в Библии, между грязными и дольными воротами. Получаем 370 метров. 1000 локтей, 370 метров. Если сравнить это расстояние с расстоянием между Троицкими воротами Кремля и Боровицкими воротами, то разность, неточность составляет всего около 10 метров, потому что это расстояние равно приблизительно 380 метрам. Соответствие совершенно идеальное. Завершающим в Библии является упоминание о строительстве ворот-источника. На плане Московского Кремля им соответствуют ворота, расположенные в Тайницкой башне.
Только эти ворота были расположены на прогоне Кремлевской стены вдоль Москвы-реки. У Тайницкой башни были и подъездные ворота, и отводная стрельница. Она соединялась с башней каменным мостом. В стрельницу попадали с помощью подъемного моста. Тайницкая башня была наиболее важной в системе обороны речной стороны Кремля. В ней находился тайный колодец и скрытый выход к Москва-реке. Таким образом, все шесть ворот Московского Кремля в соответствии со средневековыми источниками имеют название, полностью соответствующее библейским, и расположены в том самом порядке, в котором перечисляются библейские ворота Иерусалима. Соответствие просто идеальное, и на этом оно не кончается. Кроме воротных башен, книга Неемии сообщает, что в крепостной стене Иерусалима были и башни без ворот. Сравним эти описания с видом Московского Кремля. Согласно книге Неемии, между овечьими и рыбными башнями Иерусалима расположены башни Меа и Хананела. В Кремле овечьим и рыбным башням соответствуют Спасская и Константино-Еленинская. Между ними тоже находятся две башни – Набатная и Царская. Причем Царской башней называется надстройка над стеной. В отличие от других башен, она не выступает из Кремлевской стены. По преданиям, еще сам Иван Грозный наблюдал из этой башни за тем, что вершилось на Красной площади. Поэтому она и называется Царской. Читаем дальше. Между старыми воротами и другой парой ворот Библия упоминает еще об одной башне. В книге Неемии она названа Печной. Посмотрим на Кремль. Старые ворота в нашем случае – это Никольские, а пара других – это находящиеся в одной стене Троицкие и Боровицкие. Получается, что между Никольскими и Боровицкими воротами находится угловая арсенальная башня. На первый взгляд нет ничего общего между названием «печная» и названием «угловая». Но дело в том, что в старину любую постройку, расположенную на углу, называли не угловой, как сегодня, а угольной. Поэтому не исключено, что библейский автор, услышав название башни, впоследствии просто перепутал ударение, и вместо слова «угольная» получилось «угольная». А так как уголь ассоциировался с печами, то и башню он назвал «печной». И интересно и то, что при строительстве Иерусалима в книге Неемии упомянуты только эти три башни без ворот. Глядя на Московский Кремль, это не кажется странным. Ведь описаны самая мощная крепостная башня и еще две башни, расположенные напротив Покровского собора. Башни, с которых хорошо видна Красная площадь, на которой происходили все главные события средневековой Москвы. Итак, мы прошли вдоль стен Московского Кремля с его внешней стороны. Теперь войдем внутрь и попробуем продолжить путь библейского Неемии, но внутри Московского Кремля. Первое сооружение, упоминаемое в книге Неемии синодального перевода, это расположенный недалеко от ворот источника город Давидов и царский сад. В Острожской Библии вместо царского сада упомянуты стогны царевы, на которые спускаются ступени от града Давидова. Ворота источника, по версии Фоменко и Носовского, это ворота в Тайницкой башне. Стогны – это соборная площадь, а град Давида – это дворец царя. Обратимся теперь к старому описанию Кремля. В средние века на этом месте располагался царский дворец, и только в середине XIX века здесь был построен большой кремлевский дворец.
от старого царского дворца остались Теремной дворец, Золотая царицына палата и Грановитая палата. Именно Грановитая палата в древности имела выход на Соборную площадь через Красное крыльцо с лестницей. Получается полное соответствие. Город Давидов – это царский дворец, а ступени, ведущие на площадь – это Красное крыльцо, выходящее на Соборную площадь Кремля. Именно на это крыльцо выходили русские государи, чтобы явить себя народу. С него же они шествовали в Успенский собор на коронование. С Красного крыльца и царской лестницы оглашались царские указы. Так что неудивительно, что именно с него начинается библейский рассказ. Дальше на пути следования Неемии расположены гробницы Давидовы. В Острожской Библии они названы «вертеп гроба Давидова». Что общего между вертепом и гробницей? Дело в том, что первоначальное значение слова «вертеп» – это закрытое потаенное место. Поэтому Острожская Библия, которая называет усыпальницу вертепом, более точна, чем поздний синодальный перевод, который сообщает только о гробницах. Ведь гробницы могут находиться и под открытым небом. А на пути нашего следования по территории Кремля расположен Архангельский собор. Этот собор до сих пор является усыпальницей русских царей. Большая часть пространства собора занята гробницами. И это неудивительно, потому что архангел Михаил считался не только покровителем воинства, но и проводником душ в царство мертвых. Далее Неемия оказывается на дворе храбрых, около Рыбарицы. Выясним сначала, что такое Рыбарица. В Острожской Библии о Рыбарице сказано, что она великим делом созданная, то есть построенная. Значит, Библия говорит о каком-то сооружении. Название Рыбарицы очень схоже с рыбными воротами. В Кремле, как мы выяснили, рыбные ворота находились в Константино-Еленинской башне. На карте Кремлинград, напротив Константино-Еленинской башни, расположен двор Хабро или Оружейный двор. Вот и соответствие – двор храбрых и рыбарица. Интересно, что авторы синодального перевода зачем-то заменили в описании рыбарицы фразу «великим делом созданная» на фразу «выкопанный пруд». Таким нехитрым способом башня превратилась в пруд. Подойдя к следующему пункту следования Неемии, мы снова сталкиваемся с тем, что Библия переписывалась и дополнялась. Судите сами. В Острожской Библии так описано место, на которое приходит Неемия. «Противу входа креплейшего угла». А в синодальном переводе уже по-другому. «Напротив схода к оружейне на углу». В обоих описаниях присутствует какой-то угол. Но в синодальном переводе упоминается оружейня, а в Острожской Библии никакой оружейни нет. Так о чем тут идет речь? Продолжая движение от Рыбарицы, то есть от Константино-Еленинской башни вдоль кремлевских стен, мимо Никольской башни, мы доходим до угла и подходим к огромной угловой арсенальной башне Кремля. Как мы уже говорили, это самая мощная кремлевская башня, ушедшая под своей тяжестью глубоко в землю. И действительно, самая крепкая башня правильно названа креплейшим углом. А как же оружейня из синодального перевода? Действительно, именно здесь находился когда-то кремлевский оружейный двор. И снова вроде бы точное совпадение. Но дело в том, что построен он был только в 1701 году по приказу Петра I, а в XVI веке никакой оружейни здесь еще не было, поэтому нет ее в Острожской Библии.
понятно, что библейский автор 16-го столетия описал это место таким, каким оно было в его время. Но зачем кто-то добавил в синодальный перевод слово «оружейник»? Может быть, этот кто-то просто знал, о каком Иерусалиме идет речь на самом деле? Повернув от угла налево, Неемия подходит к дому великого священника. Чтобы двигаться в том же направлении по территории Московского Кремля, надо повернуть налево от угловой арсенальной башни. Минуя разные незначительные постройки, мы окажемся на дворе патриарха, около Успенского собора. Дом Московского патриарха, или, может быть, Успенский собор, Библия совершенно верно называет домом великого священника. Тем временем мы вернулись туда, откуда начали наше путешествие по Московскому Кремлю, на Соборную площадь. Последнее сооружение на пути следования Неемии – это высокий столб около Царского дворца. Царский дворец и Соборная площадь находятся на холме, а библейский автор доходит даже до уклонения и даже до угла. Какой же столб находится рядом с царским дворцом Кремля? Это знаменитая колокольня Ивана Великого. Надо отметить, что в XVI веке она выглядела не так, как сейчас. Она действительно была похожа на столб, а пристройки к ней были сделаны в XVII веке. Библия называет это иерусалимское строение столпом, который высоко возвысился. И путеводитель по Московскому Кремлю называет колокольню Ивана Великого трехъярусным столпообразным сооружением. Дальше Библия сообщает, что с главной площади Неемия идет к вратам конским. Повернув с Соборной площади направо, мы выходим прямо к Боровицким воротам. Там, где теперь находится оружейная палата, раньше располагался особый конюшенный двор или аргамачьи конюшни. Это уже второе упоминание Боровицких ворот в книге Неемии, и снова полное совпадение. Но дважды упоминаются не только Боровицкие, но и Троицкие ворота. В конце своего путешествия Неемия оказывается у ворот Гамифкад, или врат судных. А Троицкие ворота Кремля тоже могли называться не только грязными, но и судными, потому что около них, с левой внутренней стороны, находился судный дворцовый приказ. На этом библейское описание Иерусалимской крепости заканчивается. Что же мы пропустили, двигаясь по Кремлю, следуя точному описанию пути Неемии по Иерусалиму? А пропустили мы, оставив без внимания, только те строения, которые появились в Кремле гораздо позже XVI века, в XVIII и даже XIX столетии. Название и расположение всех древних сооружений, перечисленных в Библии, полностью совпадают с похожими строениями Московского Кремля. Более того, совпадает даже описание ландшафта около Иерусалима из книги Неемии и ландшафта около Кремля. Можно сказать, о драконовом источнике тоже очень интересный момент. Неемия, согласно Библии, едет к Иерусалиму мимо драконового источника. Драконов источник находится, согласно Библии, недалеко от ворот долины. И действительно, рядом с Боровицкими воротами Московского Кремля раньше находился ручей Черторый, то есть, если пользоваться соответствием древнерусским слов «черт» и «дракон», об этом, кстати, даже Даль пишет, что «черт» и «дракон» в старом русском языке были синонимами, то «Черторый», то есть «чертов арык», «чертов ручей» — это в точности драконов источник.
Вот до таких мелочей доходит соответствие между библейским описанием и тем, что мы видим на старых картах вокруг Московского Кремля. Соответствие поразительное. Это Пречистенская площадь Москвы. В этом месте дорогу к Боровецким воротам Кремля пересекала небольшая речка Чертары. Кто-то называл ее речкой, кто-то ручьем. Здесь были расположены Чертольские ворота Белого города, третьего пояса крепостных стен Москвы. В 1658 году по приказу царя Алексея Михайловича они были переименованы в Пречистенские. Рядом с ними образовалась торговая площадь. Чертары протекал прямо по этой площади и доставлял горожанам много неприятностей. После дождя ручей переполнялся и заливал площадь водой. Поэтому в 1870 году его заключили в подземную трубу. До 1933 года здесь стояла церковь Покрова на Грязях. Теперь на ее месте наземный павильон станции метро Кропоткинская. Около метро находится переулок, который до сих пор называется Чертольский. Кроме описания архитектуры и особенностей местности Иерусалима, в Библии есть любопытное описание климата древнего города. Обратимся еще к одной книге Ветхого Завета, первой книге Ездры, в которой описано восстановление Иерусалима. В частности, книга рассказывает о том, что жителям Иерусалима было объявлено собраться на городской площади. И тут мы опять сталкиваемся с тем, что от издания к изданию текст Библии редактировался и менялся. Вот как описано это событие в Острожской Библии. «И собравшися все люди Иудины и Вениамини в Иерусалиме, месяц 9 20 дня месяца, и сидоша все люди наперед Дома Божьим одражание за грех и зимою, а бачи люди мнози есть, и время снежное, и несть мощно стоять и вне». Вот так прямо в Острожской Библии сказано, что в Иерусалиме бывали снежные зимы, причем холод был такой, что люди не могли стоять на улице. Но описание лютой зимы сохранилось только в Острожской Библии. В более поздних текстах снова видна редакторская правка. В Елизаветинской Библии фраза «время снежное» заменена на «время зимнее». Вот так одно слово сгладило следы снежной морозной зимы в Ветхом Завете. А редакторы синодального перевода пошли дальше и полностью стерли со страниц Библии упоминание о снеге. Теперь в современной канонической Библии эта фраза звучит так. «Народ многочислен, и время теперь дождливое, и нет возможности стоять на улице». Вот так постепенно описание холодного северного климата исчезло из Библии. В конечном переводе говорится о том, что начался дождь, и он испугал стоящих там воинов. Они начали роптать о том, что собрание надо прекратить, и приходится им разойтись. Это выглядит странно, потому что дождь не может испугать в закаленных боях воинов. Да кроме того, в Палестине откуда там сильный дождь? Это жаркие, сухие места, раскаленные пустыни. Конечно, описание старого текста Неемии, где говорится о снеге и о лютом холоде, категорически противоречили климатическим условиям современной Палестины и Израиля. И, конечно, для того, чтобы снизить уровень противоречия, эта редакция была сделана.
Итак, мы сравнили Кремль с описанием Иерусалима из книги Неемии и увидели, что версия авторов новой хронологии выглядит очень убедительно, хотя и парадоксально. Эта новая историческая версия совершенно не умещается в прокрустово ложе традиционной истории. Но постижение истории – это не только изучение уже кем-то написанных книг. Это постоянный поиск новых, пока неизвестных фактов прошлого, их доскональное изучение и, возможно, не только изучение, но и переоценка. Поэтому исследование Фоменко и Носовского позволяет нам увидеть другую, подлинную картину исторических событий. Эта картина, конечно, является пока предположительной. Мы ее выдвигаем в качестве гипотезы, но она хорошо соответствует библейскому описанию. И еще раз повторяю, она не является таким вымыслом, который возник просто на пустом месте. Нет, это наша попытка объяснить чисто формальный хронологический результат, согласно которому библейские описания разгрома Иерусалима, строительства Иерусалима, они относятся в XVI век. И тем не менее современному человеку, особенно религиозному, трудно будет принять такую историческую версию. Если книга Неемии, говоря об Иерусалиме, на самом деле рассказывает о московском Кремле, то почему библейский автор прямо не написал, что речь идет о Москве, о русской столице? Зачем было все так запутывать? Не нужно думать, что кто-то специально маскировал текст Неемии, чтобы он был неузнаваем. Нет, это писали люди, которые использовали свой язык, свою символику, свою специфику. Эта книга – подлинная хроника, написанная в XVI веке, описывает события вполне реальные, но, естественно, на своем языке, со своими специфическими названиями, как башен Кремля, так и главных героев этого строительства. Вероятно, не только в XVI веке, но и позже о том, что в книге Неемии описано строительство Кремля, помнили и жители русской столицы, и иностранцы. Это титульный лист Московской первопечатной Библии, изданный в 1663 году по приказу царя Алексея Михайловича. В центре листа изображен план Москвы. Над планом помещена надпись «Восстание, восстание Иерусалиме, и облицися в крепость мышцы твои». Поразительно, что эта надпись почему-то помещена в зеркальном изображении. Может быть, что-то скрывали от непосвященных? Получается, что здесь Москва прямо названа Иерусалимом. А русский историк XIX века Иван Забелин в своей книге «История города Москвы» писал, что благочестивые немцы, приезжавшие в Москву, называли ее Иерусалимом. В мире нет другой такой средневековой столицы, которая даже близко могла бы сравниться с московским Кремлем. И, конечно, эта стройка, такая мировая стройка, она многих поразила в то время. И это восхищение, восторг, те чувства, которые она вызвала у людей, были отражены в Библии. В этом нет ничего удивительного, что такое крупное событие вошло в Библию. История строительства Московского Кремля – это не единственное открытие, сделанное авторами новой хронологии при исследовании текста Библии. Анатолий Фоменко и Глеб Носовский, применяя свои авторские методы, уже несколько десятилетий занимаются восстановлением подлинной истории человечества. Изучив и сопоставив огромное количество документов, они пришли к выводу, что от библейских событий нас отделяет не 2, 3 или 4 тысячи лет, а намного меньше. И что самое главное, большинство этих событий произошло в средневековой России, а значит, они являются частью нашей истории.
Анатолию Фоменко и Глебу Носовскому пришлось провести полную реконструкцию событий мировой истории, которая отвечала бы новой, правильной хронологии. Об этом мы расскажем в нашем следующем фильме «Реконструкция истории».